Всем привет. Елена, у нас в провинции вообще-то чрезвычайное положение, связанное с вирусом. Вот мы приехали получить немножко. Масок нет. Ферии не закрыли. Но продает средства против комаров и связывает это с заболеванием денге. Вот. Говорит, что скорпионы, москиты, тараканы, все. ¿Puedes repetir eso? Para los mis amigos de Rusia. Citronela pura del soberbio para los mosquitos, las moscas, la garrapata, ahuyenta el dengue. Suegras. Amansa suegra, ahuyenta la púa. Malas vecinas. Corre los yernos cubados. Sombrero, pata de lana hace cuerno. Desaparecer. El cuerno virus desaparece. Короче, он сказал, что... Gracias. Эти средства против всех насекомых, что он перечислил, включая скорпионов, против тещи, против плохих соседей, против рогов, если рога есть, и все такое. Ну, в общем, это коротенькое видео. Я хочу сказать, что паники у нас пока нету, хотя все рассказывают про денге и коронавирус. Но коронавируса у нас нет, а вот денге действительно проблема. Ну, надеюсь, нас здесь никто не укусит. Без овощей мы не можем. Ферия – это у нас обязательная. Обязательная процедура каждую неделю. Всем привет из вирусной Аргентины. До следующего видео. Пропаганда, пропаганда, как беречься от коронавируса. Мы сейчас здороваемся локтями. Шутку, конечно, но... А? Не знаю. A ver, ya se escucha. Rusia pertenece al tema de higiene y seguridad en sus hogares. El lavado de manos es importante para estos tiempos. Por eso aquí en el predio federal se han habilitado los sanitarios para el lavado de las manos. A los señores feriantes les pedimos que mantengan la higiene y seguridad en su puesto. Рассказывает, что надо руки мыть, потом все такое. Про меры профилактики. Ну, все правильно.